Привет-привет. Нас Инстаграм прервал, у нас прошел час вещания. Вот, поэтому нас с вами разъединили. Но я вам рассказала уже почти все, что хотела. Немножечко про конструктор не договорила, который на радиоуправлении. Поэтому сейчас мы еще буквально на 5-10 минут задержимся. Я вам покажу до конца все эти конструкторы. Вот, и могу ответить на ваши вопросы. Вижу, что вы присоединяетесь. Кто к нам только что присоединился, у нас прямой эфир уже прошел в течение часа. Мы показали много наших новиночек на возраст от годика и там до 10 лет. Вот, запись я сохранила, она уже должна у нас быть в профиле опубликована, либо там в течение нескольких минут будет опубликована. И потом она появится у нас на канале YouTube. Вот, остановились мы на конструкторах SDL, тех, которые на радиоуправлении. Я рассказывала, в чем отличие наборов. И сейчас я с этого момента продолжу. Вот, если вы присоединились только сейчас, то вы начало сможете прослушать у нас в профиле. Итак, смотрите, вот они конструкторы. И я говорила о том, что есть у нас несколько видов наборов на радиоуправлении. Есть те, у которых два канала радиоуправления. Они вот с таким вот пультом. Они стоят примерно, вот я точно не помню, по-моему, 1690. Их 4 разных варианта по цвету, по моделям. Из каждого из этих наборов собирается 10 разных моделей. Единственный такой нюанс, у них два канала радиоуправления, то есть машина едет либо вперед, либо назад. Вот. А те, которые с 4 каналами управления, это вот такой вот большой набор, он уже стоит дороже. Вот так я вам его покажу. Он стоит уже дороже, у него вот такой вот джойстик. Вот вы видите, да? Вот, но у него машина едет и вперед-назад, и влево-вправо. Собираются конструкторы хорошо, легко. Качество пластика очень приятное, запаха никакого нет. Он не хрупкий, он не ломкий. Он все гладенько встает. То есть у меня не было вопросов, что у меня какая-то деталька куда-то не подходит или мне тяжело. Вот я сама собирала вот эту машину, мне все понравилось. Вот. Инструкции очень понятные, тоже я уже показывала, все прям пошагово, все доступно, уж насколько я не конструктор, насколько мне сложновато бывает даются конструирования, вот здесь мне было все элементарно понятно, я все собрала сама. Вот, и еще какой момент, у этих же конструкторов есть прям совсем бюджетные варианты, которые стоят 399 рублей и 499 рублей, тоже разные модельки машинок без радиоуправления. То есть если вам интересно просто попробовать этот конструктор, его качество, посмотреть, пособирать. То есть вот эти вот варианты, они прям бюджетные. Давайте я вам покажу, что вот этот набор, например, 159 деталей, он без радиоуправления. Вот у него в комплекте такие вот детальки. Вот, видите, сколько пакетиков, все запечатано по пакетикам. Вот эта вот инструкция от него, я ее уже показывала, доступная, понятная. И таких моделей несколько. То есть есть ряд моделей за 399 рублей, есть ряд моделей за 499 рублей. Он хороший, приятный, бюджетный, пособирать. Вот. А если вам хочется, чтобы он был на радиоуправлении, то выбирайте модели от 1500. Вот это с радиоуправлением. Вот еще колесики хотела показать. Видите, они прям такие резиновые, прям настоящие. Ну, классные. Мне понравилось качество, правда. Бренд китайский, но как мне объяснили, это такая хорошая известная фабрика, которая производит разную технику, в том числе вот эти конструкторы. Вот, то есть мы их как-то приняли в свой ассортимент, оценили и порадовались. Вот, в целом, это все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать. Да, повторюсь, что это у нас вторая часть прямого эфира. Первая записана и висит уже в профиле. И, как всегда, в дни прямых эфиров, вот я вам так покажу, да, на все, что мы показываем сегодня и завтра, скидка 5% по коду прямой эфир. Мы ее предоставляем в случае предоплаты, то есть если вы заказ оплачиваете, если вы оформляете неналожный платеж и пишете код прямой эфир, то мы предоставляем вам скидочку эту на все, что мы сегодня показывали. А повторюсь, тут у нас бренды, по которым есть у нас ограничения по скидкам, и мы, ну, не всегда и практически никогда на них, допустим, не даем скидку, а вот именно в дни прямых эфиров это можно сделать. Поэтому то, что вам понравилось, пересмотрите эфиры, либо там свои записи какие-то на заметочку себе возьмите, или на сайте можно оформить заказ, тогда вы в комментарии к заказу пишете код прямой эфир, и менеджер с вами связывается и пересчитывает вам со скидочкой. Вот. Либо, если вы в директ оформляете, или там WhatsApp, по телефону, по почте, как угодно, вы просто пишете тогда, что вам нужно, и что вы по коду прямой эфир хотите оформить заказ.
Вот. Остались ли у вас какие-то вопросы? Нужно ли что-то показать вам повторно? Я игрушками обложена, все у меня в пределах досягаемости, в пределах вытянутой руки. Я могу вам все показать, рассказать, но, конечно, повторять мы с самого начала не будем. Вот. Но если у вас какие-то остались вопросы, то я на них, конечно же, с удовольствием отвечу. Вот. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Я могу подождать, немножечко повисеть. Как вам вообще понравились наши новиночки? Что больше всего понравилось? Я вот даже не знаю, что мне больше всего нравится. Выбрала самое все вкусное, самое интересное. Вот. Что вам понравилось? О, большое спасибо. Вот благодарите меня за эфир. Спасибо вам. Кстати говоря, обратили внимание, у нас сейчас есть несколько акций активных, тоже озвучу их, пока жду ваших вопросов. Очень хорошая акция у нас сейчас на азбуке Зубазу, там при заказе комплекта можно 10% скидку получить. И вообще супер акция на наши хиты Бондибон, то, что прям всегда всем мы советуем, это цветовой код, смарт-тачка и грузовички, там можно до 15% получить скидочку, условия у нас написаны, в зависимости от того, сколько наборов вы заказываете. Прям посмотрите, скидка хорошая, но она закончится на этой неделе. Вот, вижу, что SDL вам понравился. Да, хорошие конструкторы. Вот я говорю, меня особенно впечатлили на радиоуправлении, потому что такие они. Ну, ты собрал сам себе игрушку, да, и играешь. Здорово, вот это, конечно. Да, настольные игры хорошие, новинки, согласна, спасибо. Все, вопросиков нет у вас, я смотрю. Давайте тогда будем прощаться, чтобы время зря не тянуть и ваше не тратить тоже. Если будут у вас какие-то вопросы, пишите их в комментариях под постом. Мы всегда рады ответить, всегда на связи. Вот. Ну и пользуйтесь предложением по промокоду «Прямой эфир» сегодня-завтра. Все, всем всего хорошего, до свидания. Ага, вот прочитала, что магнитные грузовички и цветочки, собери урожай, машинная команда. Да, классные игры. Спасибо. Все, всего хорошего, прощаюсь. Всем привет еще раз. Как-то так неожиданно получилось, что я вам показала не все игры, которые сегодня приготовила, поэтому я решила вот так спонтанно выйти еще разочек в прямой эфир и показать все, что осталось у меня. На самом деле, это целая линейка игр для деток примерно от 8 лет, и вот они у меня так лежали незаметно в уголке, я вам их не показала. Поэтому подключусь еще раз, показываю. Запись у нас будет, так что все, кто хотел, все увидят игры. Итак, смотрите, мы с вами дошли до, в настольных играх до возраста 8 лет, и что же у нас тут есть новенького и интересного? Вот это очень классная игра, называется она «Бензоколонка». Она недорогая, стоит 710 рублей, но очень интересная. Помните, в детстве у нас были пятнашки? Так вот, это пятнашки в чистом виде. Смотрите, вот здесь с обратной стороны схема с заданиями, их 12 штук. То есть это такие комбинации, которые вам нужно собрать. Вот, а это сама игра. Смотрите, у нас ничего не падает, не высыпается. То есть это вполне себе такая дорожная версия, которую можно взять с собой. Но при этом она вот так интересно оформлена. Да? Как мы играем? Мы убираем вот эту вот, вот этот офис, на котором написано «ГЭС». И начинаем двигать наши детальки. Узнаете, да, пятнашки? То есть вы двигаете детальки до тех пор, пока не получите какую-то желаемую комбинацию вот с этой стороны. Игра интересная, увлекательная, дорожная. По возрасту подходит детям примерно от 7 до 8 лет. Они уже способны это понять, они как-то уже способны это придумать решение для этих задачек. Вот так вот она хорошо, качественно выполнена. Посмотрите. Очень интересная. Как вы понимаете, я расстроилась, что вам не показала ее в прямом эфире, поэтому вот показываю сейчас. Классная игра. «Бензоколонка». Так, еще... игра похожая, вот так вот она выглядит, называется она «Сырные мышки». Нет, подождите, не «Сырные мышки», называется она, да, «Сырные мышки», все верно. В чем ее особенность? У нее есть книжечка с заданиями, у нее есть мешочек для хранения,
Вот так вот, да. Бренд называется Popular Playthings. Вот. И что тут нужно сделать? Вы выставляете комбинацию какую-то исходную. Ну, например, вот мы сейчас возьмем с вами вот такой вариант. Убираем мышек и ставим комбинацию. У мышек, смотрите, они внутри сыра. У них есть мордочки и у них есть попки. То есть вы выставляете их попками вверх. Вот таким вот образом. Да, что у нас тут оранжевая мышка. И наша задача, передвигая каким-то образом детальки, сделать так, чтобы мышки за определенное число ходов у нас перевернулись мордочками вверх. То есть мы делаем так. Один, два. Ой, я показываю вам на весу, не очень удобно. Два у нас хода, да, мышка у нас получилась мордочкой вверх. Теперь дальше. Три, четыре. То есть вот в этом задании была задача за 4 хода перевернуть мышек мордочкой вверх. Вот у нас это получилось. И таких заданий здесь довольно много. Тут целая такая большая книжечка. Вот видите, тут вот в самом конце, они же усложняются по уровню сложности, в самом конце здесь даже там 26 ходов задания, да, там за 50 ходов нужно какие-то комбинации решить. То есть от самых-самых простых задач с одной деталькой, дальше сложнее, 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 сложнее. И вот самые сложные у нас получаются, вот они, да, 50 заданий всего. То есть каким образом перевернуть мышек так, чтобы они у нас легли мордочками вверх. Сырные мышки. Эта игра у нас стоит 950 рублей. Тоже она для деток от 8 лет. Также в этой серии есть интересная игра «Перекресток». Тоже сейчас вам ее покажу. Вот так она выглядит. Вот в такой коробочке. Здесь. Так, сейчас я вам достану. Там тоже есть книжечка с заданиями. Смотрите, книжечка с заданиями и детальки. И нужно сделать вот что. То есть вам дается как, ну, какая-то задачка, да, собрать, например, такую схему, выставив изначально детальку номер 6 с машинками, да, с красной и с желтой. И дальше, видите, тут по половинке машинок. И вам нужно составлять вот эти вот фрагменты дороги таким образом, чтобы у вас машинки получались целыми, и чтобы составить вот такую комбинацию. Все детальки здесь подписаны, то есть вы можете на каждой увидеть номер. Да, и, соответственно, вы можете выставлять вот эти схемы, соединяя нужные вам машинки, да, то есть зеленую с зеленой и так далее, чтобы у вас получилась дорога определенной формы. Вот, видите, начиная с самых простых, посложнее, посложнее, побольше. И здесь вот всего у нас заданий. Сейчас посмотрим, сколько. 30 заданий. Видите, до какого сложного перекрестка нужно дойти, и чтобы у вас все машинки совпали по цвету. Вот. Тоже интересная такая игра. Ее цена, сейчас тоже вам подскажу, 950 рублей. Вот с таким буклетиком. Тоже головоломка от 8 лет. Вот, и еще одна из новиночек у нас. Игра «Спасите ежиков» из этой же серии. Вот у нее тоже есть мешочек, буклет с заданиями и вот такие персонажи. Тут вот есть ежиха-мама, которая будет спасать ежиков. Есть вот такой вот элемент, на котором у нас 5 ежиков, с этой стороны 5 с этой, да, они перекатываются по полю. И здесь есть барсучки, которые ежикам мешают и могут их укусить. Что нам нужно сделать? Нам нужно выставить определенную комбинацию в начале. Вот сейчас я вам поставлю самую первую, самую простую, и покажу, как это происходит. То есть я расставляю барсучков по схеме заданной. Так. Вот так. Нет, неправильно. Этот вот сюда у нас. Вот. То есть вот это моя схема. И мне нужно, перекатывая каким-то образом ежиков, их привести к их маме. Как мы это делаем? Вот смотрите, сюда я не могу перекатить. Видите, мне здесь мешает барсучок, он кусается. Значит, я могу вот сюда перекатить ежиков. Да, и так далее. Вот видите, они вот так перекатываются. Но поскольку мы взяли самый первый уровень сложности, самый простой. Давайте я вам вот этой рукой покажу. То есть вот мы сюда перекатили, сюда.
и сюда. Вот это такая головоломочка. То есть мы вчера вот тоже с ребенком играли, интересно, он прямо много уровней прошел. С каждым вариантом сложнее, 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 куда вот эту вот, я даже не знаю, как это назвать, но, в общем, семейку ежиков нужно катить, да, по полю она катается, смотря, ну, то есть куда она может перекатиться, куда не может. Вот так это делается. Такая интересная головоломочка. Тоже она из этой же серии, и такая же цена у нее, 950 рублей. Вот, это те игры, которые я вам не успела во время первого эфира, вернее, не успела, а забыла во время первого эфира показать, поэтому я подключилась сейчас повторно и вам их показываю. Вот, кто-то пишет, что уже есть такая игра классная, да, это про мышек, да, по-моему, писали, или про перекресток. Вот, посмотрите, присмотритесь к этим играм тоже, на них тоже действует сегодня наша скидочка по коду «Прямой эфир». И еще у нас есть вот такие вот наборчики новые. Это, знаете, для таких занятых мам, как я, которые вечно куда-то несутся, бегут, у них какие-то задачи, проекты, вот, но они хотят радовать детей. Это, вот видите, вариант от «Банда умников», квест «Дома за 15 минут». Например, если вы хотите организовать ребенку праздник, кто-то может заморочиться, кто-то может там заказать какие-то аксессуары для проведения праздников там у каких-то фирм, да, кто-то может приготовить сам, там ночами сидеть, придумывать задания, придумывать квесты детям. Кто-то не может, кому-то некогда, тогда вы можете купить вот такой готовый комплект. Вот есть вариант пиратский квестик, есть королевский. Тут все про принцесс, тут про пиратов. Что входит в наборчик? Вы распечатываете, там у вас есть 10 заданий для того, чтобы провести квест у вас дома. То есть это карточки, на которых определенные загадки, где ребенку искать следующее задание. Да? Карточки есть там разрезные, есть те, где нужно стирать слой, есть те, где нужно, где там невидимый рисунок, его нужно закрашивать, чтобы понять, что изображено. Например, изображены вилки и ложки, значит, ребенок должен побежать туда, где у вас хранятся вилки и ложки, и в этом ящике там найти следующую записочку. Кроме этого, есть специальные наклеечки со стрелочками, чтобы акцентировать внимание на том, где именно лежит подарок. Есть конвертики, в которые вы вкладываете вот эти записочки. Есть наклейки для декора непосредственно подарка самого. Вот. И есть такая фигурка здесь вот пирата, а здесь принцессы, которые держат самое первое задание. Это вот такой быстрый способ организовать интересный квест для поиска подарка детям дома. Тоже у нас появился в новиночках, и тоже сегодня его можно приобрести со скидочкой 5%. Так, цена его, сейчас я вам подскажу. Цена 540 рублей. Вот, все. Вот, собственно говоря, за этим я подключилась, чтобы вам все это показать. Напоминаю, что первая и вторая части прямого эфира уже у нас в профиле. Вы можете посмотреть все новиночки, которые мы показывали. А, там у нас игрушки для детей от года и до 10 лет. У нас там и настольные игры, и конструкторы, и разные деревянные развивашечки. И на все это сегодня и завтра действует скидочка 5% по коду «Прямой эфир» при предоплате заказа. Вот, используйте. Если вы заказываете на сайте, то пишите в комментариях этот код. Если вы заказываете через директ, WhatsApp, по телефону, по e-mail, как угодно, то ну, тоже просто сообщайте менеджеру, и вам пересчитают стоимость вашего заказа. Вот, все, теперь у меня все на самом деле. Все, что я хотела сегодня показать в прямом эфире, все я показала. Если есть какие-то у вас вопросы, я готова ответить. Если нет, то будем прощаться. И очень рекомендую посмотреть первые две части. Там много-много-много интересного. Есть у вас вопросики какие-то по этой части, по этим играм логическим? Так. Да, пропустили в 14:00. Вот, я только что сказала, что мы все сохранили, а кто не успеет в профиле посмотреть, то мы все зальем на наш канал YouTube, поэтому можно будет посмотреть там попозже. Так что все увидите. Все, я тогда со всеми прощаюсь. Очень рада была видеть тех, кто сейчас присоединился. Всем пока!